Кто это? А ты кто такой? Я здешний лесник. Мерсенев. А, знаю. А домой едете? Домой, да видишь, гроза какая. Да, гроза. Не скоро пройдет. Что делать? Я, пожалуй, вас к себе проведу. Делай милость. Извольте сидеть. Барин, а я ваши дрожки под навес поставлю. Ты разве одна здесь? Одна. Ты Лесникова дочь? Лесникова. Гроза проходит. Коли прикажете, барин, я вас из лесу провожу. Это зачем? В лесу шалят. У Кобыльева верфи дерево рубит. А что, отсюда слышно? Со двора слышно. Хочешь, я с тобой пойду? Ладно. Тогда мы его духом поймаем. Слышь? Слышите? Где? Где? Поворачивайся, ворона. Топорик-то! Топорик-то возьмите! Я бы для вашей милости его чуланчик запер. Да вот засов. Оставь его. Премного благодарен тебе. Тебя как зовут? По-моему, по прозвищу Бирюк. Бирюк? Ах, Бирюк! Слышал, слышал. Ты, говорят, никому спуску не даешь. Должность свою справляю. А ли у тебя хозяйки нет? Нет. Умерла, значит? Нет, да, умерла. С
Прохожим мещанином сбежала. Как тебя зовут? Улит. Самовар бы поставил, да чая нет. Скажи, а ворона у тебя в избе живет? Живет. Дочка. Птенцом подобрала. Я, пожалуй, ее вынесу во двор. Чай не привыкли к лучине. А, Фома Кузьмич. Отпусти. Разголодуйся. Отпусти. Приказчик. Не погуби. Ваше, сам знаешь, заезд в обедетку-то, и ее-то хоть один животный есть. Знаю я вас, вся ваша слобода такая, вор на воре. Да пусти ты! Говорят, нельзя, я тоже человек подневольный, с меня взыщут. Балуй. Душегубец, пей христианскую кровь. Тебе говорю, тебе азиат. Да пьян ты, что ли, ругаться вздумал? Кровопийца. Куда сошел? Не на твоей ли пьяный душегубец окаянный? Зверь, зверь, зверь! Да я тебя... Мне что, все едино пропадать? Куда я без лошади-то пойду? Пришиби один конец. Что с голоду, что так, все едино. Но до тебя доберемся, погоди! На, бей, бей, бей! Молчать! Не стану я молчать! Полно, полно, Фома, оставь его, бог с ним. Зверь, зверь, погибели на тебя нету. Ну, постой, недолго тебе царствовать. Затяну тебе глотку. Полно, Фома, оставь его. Ну, пусти. Зверь. Я, пожалуй, провожу вас, барин. Зверь.
Фома Кузьмич, приказчик, отпусти. Отпусти. Кру того, как приходится. Ей-богу, с голодухи. Детки пищат, сам знаешь. Детки пищат? А у меня? У меня не детки пищат, а? Посмотри, а? Это не детки, а? Разорены. Разорены, говоришь? А если бы все, как ты, довели бы лес до пней и засухи, а зверёта погибели? Убирайся к черту со своей клячей! Убирайся!
Софи Петринта двор баусе, середи его двора ли баусе, стояла там сосна баусе. На сосне топовали баусе, пава переронит ли баусе. Кому собирать будет баусень? Кому перья подбираешь баусень?
Thank you.
Ah!
Mm-hmm.
Thank you.
отец.
Открывай сербер. И ничем его не возьмешь, не прошибешь. Но почему же все-таки Бирюк? Чужой он всем. Лютый зверь лесной. А как с лесом? Продаете все-таки? Да, решено и подписано. Придется пройти через это. И продавать надо не мешкая. C'est dommage. Mais, revenons à notre fête. Voulez-vous que je continue mon histoire? Mais oui, sir. Vous en avez conté une bien bonne sur la vie de Blaženne et Andrei. Et après? Et après, Blaženne et Andrei, dont nous venons de nous séparer, toute une histoire. Charmant. Mais pour tout dire, après la fête, adieu le sien. Georges, tu seras un maître d'hôtel. Да-да, конечно. Вот это и есть наш всегдашний бивак для пикников по-деревенски. Bien petit, embrasse ton père. Oh, il se plaisantait, le drôle. Elle a du bon. Catherine, il ne manquait que cela. Vous manquez de moi? И все-таки я не продавала бы такой лес. К сожалению, дорогая кузина, уже решено. Ждем на днях покупателей. Жаль, жаль. Ну, а куда же Бирюк ваш? Ах, какая разница, до него ли сейчас? Ты знаешь, как подумаешь, что не сегодня, а завтра все это срубят, превратят в Девушки у колодцев набирают воду в рот и должны донести ее, не пролив, до самого дома. Парни всячески мешают, отвлекают их, смешат. Готов, готов. Браво, адмирабль, бис, фора, фора. Вы только подумайте. Le charmant, n'est-ce pas? От самого колодца и не пролила. Умница. Вот вы пирог. Oui, нам Америке, мэм Джордж. Mais c'est trop. Faire un cadeau pareil, un garçon de cet âge. Ça n'est rien, mais... Passons, je le prie. Non, tu le gâtes. Ah, tu blagues. Et plus encore, ne manque pas cette occasion, compris? Ah oui, je ferai de mon mieux. Non, pas suffisant, mon cher. Il faut te mettre en quatre. Pourquoi la grande date? Et qu'est-ce que tu vas faire à Moscou? Le plus triste, Annette, c'est que je ne veux pas partir. Mais il le faut. Et notre cher Georges, il ne parle que de toi. Vraiment? C'est vrai. Il n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Mais il est bon comme nul autre. Et comment, notre fête champêtre? Magnifique. Ça ne laisse rien à désirer. Et vous? Oui, allez plutôt faire une bonne promenade. Mais seulement... Calmez-vous, nous ne serons pas tard.
Mais Annette dit que votre passion est... Les jeux de hasard? Mais Annette, que voulez-vous? Pour notre chère Annette, si vous distinguez l'as du neuf, vous êtes un joueur, elle a en perdu. Elle a peur de son ombre. Peut-être. Mais elle met son mari en brassière. Ah oui, mille pardons. Un instant. Ah, mais je pensais que vous diriez mieux. Si tu as changé de diplôme, je ne rejouerai pas devant vous. Eh bien, elle a d'autres. Le bonheur en famille? Vous avez deviné? Mais c'est très simple pour une vieille devineresse. Vous? Une devineresse? C'est la belle demande. Eh, hey, bravo. Tirez les cartes. Un jour peut-être. Elle va pour si, mais pourquoi après? Mieux vaut bonne attente que mauvaise hâte. Vous allez bien, mais mieux vaut tard que jamais. Et puis vous n'avez pas peur que je serai femme de mauvaise augure? Soit.